Диана Арбенина записала песню к фильму «Распутин». «Демоны» — так будет называться новый клип, на съемках которого нам удалось побывать. Ни образ, в котором рок-звезда предстанет в музыкальном видео, ни сама песня для исполнительницы не характерны. По тебе не сравнится с бетонной стеной. Если говорить о творчестве, то вот за 20 лет писания песен я, по-моему, ни в одной песне не использовала слово «демоны» как таковые вообще. Плюс мне эта тема никогда не интересовала, и как это ко мне пришло, одному Богу известно. Надеюсь, Богу, а не дьяволу. Режиссером и оператором клипа является Влад Апельянс, на счету которого более 100 музыкальных видео. На площадке он постарался максимально раскрепостить актеров и музыкантов. Съемки клипа едва не превратились в настоящий рок-концерт с крушением инструментов, привычным для выступления Арбениной. Однако на этот раз досталось только коробкам из-под пиццы. Чтобы сердце запело. Я разбиваюсь на стойки, да, гитары и так далее. Но я этим, знаете, не бравирую. Это не случается для того, чтобы вдруг взять и что-то сломать. Просто в какой-то момент ты понимаешь прекрасно, что есть цена эмоций, что есть цена железа. И мне кажется, что эмоции в данном случае первичнее. Фильм «Распутин», для которого и снимался клип Дианы Арбениной, станет официальным фильмом закрытия 35-го Московского международного кинофестиваля. Возвращайся скорее домой, у каждого свои демоны, возвращайся скорее домой и укрой себя мной.